Давайте помолимся. Отец Небесный, какая радость вновь приходить в Твое присутствие. Знать, что Ты Бог, знающий конец от начала. И поэтому Ты можешь направлять развитие истории для исполнения Твоих планов. Отче, когда мы изучаем великие пророчества второй главы книги Даниила, мы молим, чтобы Дух Твой Святой был нашим учителем чтобы ты изменял нас в Твое подобие, потому что Ты Бог. Бог, знающий конец от начала. Всесильный, всеведующий, вечный. Благодарим за то, что Ты прекрасный Отец. Благодарим за то, что Ты отвечаешь на наши молитвы. Ибо мы просим во имя Иисуса. Аминь. В следующих двух темах мы будем изучать с вами основополагающий материал, тому, что мы будем изучать до конца семинара. Мы начнем переходить с вами во святое святых небесного святилища. Сегодня вы не увидите связи того, о чем мы будем говорить со святилищем, но поверьте мне, что это основополагающий материал для завтрашней темы, а также для книги Даниила 8 глава, где конкретно эта тема связывается со святилищем. Итак, давайте откроем с вами книгу Даниила, вторая глава, и ее мы сегодня будем изучать. Бог знал, о чем думал царь Навуходоносор, когда лежал на кровати своей. Бог может читать наши мысли, и здесь мы находим библейское доказательство тому. Книга Даниила, 2 глава, стих 29. И здесь Даниил обращается к царю. «Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе, что будет». Итак, на пошел спать, и о чем он думал? Он думал о будущем своего царства. Потому что здесь говорится, «Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего». Знал ли Бог, о чем думал на Конечно же. Поэтому Поэтому Бог дал ему этот сон, чтобы тот понял, что будет в будущем. И во второй главе книги Даниила объясняется этот сон. О, давайте с первого стиха прочитаем. Здесь упоминается этот сон пока что только. «Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него». Итак, Навуходоносор размышлял о будущем царства своего, и Бог знал об этом, и Он решил дать ему сон. Сон как ответ на его переживания о будущем. И вот Бог дал ему этот сон. Но Навуходоносор проснулся, и он не мог его вспомнить. Давайте третий стих прочитаем здесь. И сказал, им царь, то есть мудрецам вавилонским, сон снился мне, и тревожится дух мой. То есть он проснулся, и он забыл этот сон. Как вы думаете, кто допустил это, чтобы на Навуходоносор забыл сон? Бог, конечно же. А какая, какая цель у Бога, чтобы дать ему сон, а затем, чтобы он забыл этот сон? Какая цель у Бога? У Бога была цель определенная. Бог знал, что первое, что сделает Навуходоносор, он призовет своих экспертов, мудрецов вавилонских, чтобы те рассказали ему сон. Понимаете, если бы он пом помнил сон, то толкователями сна стали бы эти мудрецы. Бог это знал, и во втором стихе мы об этом читаем. «И велел царь созвать тайноведцев и гадателей и чародеев и халдеев». То есть, это такая каста была даже религиозных мистиков. Астрологи здесь, гадатели, волшебники разные. То есть, Бог знал, что Он этих людей позовет, чтобы они рассказали царю сновидения Его. Но Бог забрал у него память об этом сне, чтобы, когда придут все эти мудрецы его, они ничем не могли ему помочь. То есть Бог хотел разоблачить этих всех астрологов, гадателей и показать, что все это не работает, все их знания пустые. И поэтому Бог так специально сделал чтобы все эти так называемые эксперты показали, что религия Вавилона пустая, что она ничем не может помочь царю. Так и произошло. В 10 главе мы читаем с вами. Халдеи отвечали царю и сказали, нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю. И потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя и халдея. То есть, другими словами, царь, то, что ты просишь, это неразумно. Если бы ты рассказал нам сон, то мы бы тогда тебе истолковали его. Но ты хочешь, чтобы мы тебе сам сон напомнили. Да не, нет никого на земле, кто это может сделать. Давайте теперь 11 стих прочитаем. Есть только один источник, который может рассказать царю сон его. И что это, кто это может сделать? Смотрите, что говорят эти специалисты. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме кого? Кроме богов, богов, которых обитание не с плотью. То есть знаете, что они говорят, по сути, что боги, которым мы служат, им нравится все держать в тайне, они не открывают людям. И если только они захотят открыть этот сон, тогда мы узнаем его. То есть, другими словами, они говорили, что наши боги, они прячутся, они скрывают какие-то тайны. Скажите, а Бога Небесного вы так тоже представляете? Конечно же нет. Например, книга Амоса 3, Амоса 3, 7. Бог не прячет, Бог наоборот открывает. Он не хранит тайны, он наоборот открывает тайны. Книга Амоса 3, глава и стих 7. Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв не открыв своей тайны, видите, секрета тайны рабам своим пророкам. Даниила 2.29. Мы уже прочитали этот стих. Давайте еще раз прочитаем. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего. И открывающий что? Открывающий тайны показал тебе то, что будет. То есть вы видите, есть ли различие между языческими богами и библейским богом? Конечно же, языческие боги имеют какую-то информацию, вроде бы, да, но они ее скрывают, они не открывают. А Бог Библии Он открывает тайны. Помните три ключевые слова кроме богов, чье обитание не с плотью. А помните, Евангелие от Иоанна, первая глава, первый стих. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Одно ключевое слово здесь. И затем 14 стих сказано. И Слово стало чем? Еще одно ключевое слово. Стало плотью. И что делала и обитала с нами? кто является откровением Божьих тайн. Иисус Христос лично. И Слово сказано стало плотью и обитало с нами, и мы видели славу и Его славу как единородного от Отца, полного благодати и истины. Позвольте задать вам вопрос. А дьявол может читать наши мысли? Нет. Откуда мы знаем это? Потому что Дьявол очень бы хотел подсказать этим тайноведцам и гадателям этот сон, чтобы показать, что их религия истина, но он не мог этого сделать. Дьявол, когда увидел, что Бог вскрыл его религию, он решил тогда погубить Даниила и его товарищей, потому что дьявол всегда видел потенциальную проблему в этих людях. Потому что в первой главе эти трое юношей вместе с Даниилом были верны Богу даже в вопросах пищи и питья, и поэтому он видел в них потенциальную проблему для себя, и поэтому он решил, раз Бог вскрыл моих людей, я уничтожу их и Даниила и, и вместе с ними и решим эту проблему. Даниила 2:12 Так, царь чрезвычайно разозлился и дал повеление уничтожить всех мудрецов вавилонских. 13 стих. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищи его, чтобы умертвить их. Но Бог сказал дьяволу не так быстро. Ты хочешь убить Даниила и его товарищей, а что я сделаю? А я поставлю их во главе этого царства. Так произошло или нет? Обратите внимание, в конце этой истории, в конце главы, Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков. То есть Бог решил поставить Даниила на высокий пост, и в течение многих десятилетий он оказывал влияние на Вавилон. Итак, мы читаем 48 и 49 стих. Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков и поставил его над всею областью Вавилонскую и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Мисаха и Авденага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя. Видите, что происходит? Бог знает мысли царя, и он дает ему сон чтобы тот знал, что произойдет в будущем. Когда тот пробуждается, Бог говорит, забудь сон, потому что я хочу вот этих шарлатанов вскрыть. И Бог призывает этих людей. Религия, религия Вавилона теперь... Э, Бог показывает, что бессильно открыть этот сон. И Бог тогда... Сатана тогда решает уничтожить Данила и его товарищей. Но Бог ставит их на высокие посты в Вавилоне. То есть мы видим здесь великую борьбу между Богом и сатаной. Какой метод Бог использует, чтобы показать Даниилу сон? Бог... Бог, как он сказал, Даниил, подожди, когда стемнеет, посмотришь на звезды и все поймешь. Или там он Мог бы сказать, что пойди, попроси царя, чтобы руку свою дал, погадай ему на руке. Или, Даниил, пойди к какому-то экстрасенсу, пусть он тебе расскажет этот сон. Нет, как Бог открыл свою тайну пророку? Давайте прочитаем 17-18 стихи 2 главы. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне. Видите, опять это слово тайна здесь употребляется, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. Итак, какой метод использовал Даниил? как он просил, чтобы Бог открыл ему будущее. Он обратился к Богу в молитве. Если мы хотим знать, что ожидает нас, нам нужно молиться. Нам не нужно ходить к астрологам, нам не нужно ходить к гадателям по руке или обращаться к знакам зодиака. Нам не нужно обращаться к духам умерших. Нам нужно молиться Богу, чтобы Он открыл свои тайны нам. История — это как игра в шахматы. Знаете, есть вот шахматная доска с одной стороны — Бог, с другой стороны — Сатана. И движение шахмат — это движение, это развитие истории. И поэтому Бог говорит Сатане — твой шаг. И Дьявол делает какой-то ход в истории. Тогда Бог говорит, теперь моя очередь. И он противодействует тому, что делает сатана. И поэтому история, разви... история развивается как эта игра. Бог противодействует всем нападкам сатаны. Скажите, сатана обречен в этой игре? Конечно же, если бы вы были таким шахматистом, который знает все движения или все ходы вашего противника, сколько шансов было бы у вашего противника выиграть? Немного, так никаких шансов. То есть Бог знает каждое движение, которое дьявол сделает, и поэтому его планы включают в себя противодействие всем действиям сатаны. Потому что Бог знает конец от начала. Давайте поговорим о сне самом. 31 стих. Даниила 2,31. Даниил говорит царю: Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид Его. И затем идет описание этого истукана с 32 стиха. У этого истукана был, была голова из чистого золота. Представьте себе вот этого истукана, у которого золотая голова, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, Ноги его частью железные, частью глиняные. То есть золото, серебро, медь, железо и затем железо, смешанное с глиною. Затем 34 стих. «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана в железные и глиняные ноги его и разбил их». Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший из тукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Итак, здесь очень важные символы есть. Несколько этих символов. Золотая голова, затем серебряные руки и грудь, бедра медные, ноги железные, стопы, железо смешанное с глиной, и затем камень, который отрывается без помощи рук, и он ударяет в этого истукана, и тот истукан становится горою. Он разбился, и камень, вернее, сделался горою, которая наполнила всю землю. Обратите внимание, что здесь в ходе истории нет никаких пробелов. Многие христиане сегодня говорят о том, что есть пробел между ногами и между стопами. И этот пробел в 1900 с лишним лет уже. Но здесь нигде не говорится о том, что между ногами и стопами есть какой-то пробел. Здесь открыт ход истории без каких-либо перерывов. Обратите внимание на толкование сна. Дальше здесь в главе идет объяснение. Прочитаем 37 и 38 стихи. Мы посмотрим, как Даниил объясняет этот сон или толкует его. Ты царь, царь царей. Почему э, Набу, Навуходоносор был такой царь? Потому что у него лучшее оружие было, потому что у него сильнее армия, больше денег, больше ума. Нет, здесь говорится, что не так. Сказано, ты царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, он отдал в твои руки». Почему Навуходоносор был царем? Потому что такая была Божья воля, чтобы тот стал царем. Кто контролировал ход земной истории? Бог контролировал. Затем обратите внимание на конец 38 стиха. Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. И далее послушайте внимательно: Ты это золотая голова. Это пророчество ясно объясняет символизм золотой головы. Да. Сказано: Золотая голова символизирует Навуходоносора. А какое у него царство было? Царство Вавилонское. В пророчестве мы заметим, что царь и царство используются как синонимы. Давайте посмотрим следующий стих, вы ясно это увидите. Даниила 2.39. В 38 стихе мы закончили читать ⁇ Ты ⁇ это золотая голова ⁇ А теперь тридцать девятом стихе говорится после тебя восстанет другое что царство то есть золотая голова это царство после тебя сказано восстанет другое царство и так навуходоносор он царь царство после Вавилонского царства будет другое царство. Ниже твоего сказано. И затем обратите внимание, еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею. Итак, сколько царств? Три царства до сих пор. Первое царство – Вавилон. Это царство Навуходоносора. Второе царство – это какое? Мидо-Персидское царство. Оно сменило Вавилон, они захватили Вавилон, покорили его. После Медян и Персов, какое царство дальше было? Греческое. Не нужно даже открывать учебники истории, чтобы узнать, какие царства были после Вавилона. Потому что Мидо-персия и Греция упоминаются в книге Даниила. Библия говорит нам, какое царство заменило вавилонское царство, сменило на мировом престоле, можно так сказать. Да, в пятой главе говорится о том, что э, мидоперсы Мидо завоевали Вавилон, и царь Дарий там стал царем. То есть мы знаем, что следующее царство мидоперсидское, а затем в восьмой главе книги Даниила, которую мы будем изучать позже. Новое царство, которое появится после медоперсов, это Греция. Она упоминается по имени. Поэтому сам Даниил все это понимал. Итак, первое царство Вавилон, второе медоперсия, третье это Греция. Понятно ли это, да? Вавилон, медоперсия, Греция. Вы можете спросить тогда, а четвертое царство какое? Хорошо, если без всяких пробелов одно царство сменяет другое, то какое царство захватило Грецию? Это Рим, Римская империя. Давайте прочитаем 40 стих. Здесь говорится, а четвертое царство будет крепко, запомните это слово, крепко как железо. Вот это слово «крепко» Ключевое слово. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. Это хорошее описание Римской империи. Конечно же, конечно же, великий историк Эдвард Гиббон написал пять томов о закате и разрушении Римской империи, и он называет Рим железной монархией. Интересно, что он не, ист... не церковный историк, а светский историк, но он называет Рим железной монархией. Итак, четыре первые царства это Вавилон, Медоперсия, Греция и Римская империя, но далее, обратите внимание, Именно о стопах я хотел бы сегодня больше поговорить. Данила 9:41. А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное. То есть это вот это последнее царство. И в нем останется несколько крепостей железа. Помните. Я говорил, что это ключевое слово. Крепко, как железо. Так? Здесь будет в этом последнем царстве крепость железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечную глиной. 42 стихи. «Как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое». Железо крепкое, а глина хрупкая. Итак, и как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью кроп, к крепкое, то есть это часть железа, и частью хрупкая, это глина. Давайте рассмотрим эти стихи. Они очень важные. Сколько пальцев на ногах есть? Обычно. Некоторые люди отвечают так, все зависит от того, не ампутирована ли нога, да? Но обычно, обычно 10 пальцев на ногах. Это значит, что четвертое царство будет разделено, разделено на 10 царств. Откуда мы знаем об этом? Очень просто. Есть ли там железо в ногах и в стопах? Есть. А в ногах было железо? Есть. То есть Римская империя это железо. А что же тогда железо в стопах? Это говорит о продолжении Римской империи, но в разделенном состоянии. Оно разделено среди десяти народов. Десяти народов продолжается. То есть это четвертое царство разделится. Это будет все еще Рим, потому что там есть, будет железо в ногах, но это будет разделенный Рим. Но обратите внимание дальше, что к железу добавляется глина, причем необычная глина, глина горшечная. Хорошо, а что существовало раньше, железо или глина? Железо в истукане, и железо продолжает существовать, но к нему добавляется горшечная глина. Позвольте теперь задать вам вопрос. Это какая-то другая форма Рима в стопах? Да. Во-первых, разделенная форма среди нескольких народов а также это смешанный такой Рим, смесь получается. Понимаете, что значит смешанный? Это Римская империя, смешанная, то есть железо это как бы политическая составляющая, но здесь еще добавляется или смешивается с железом кое-что. Это такой союз естественный или неестественный? Это неестественный. Но кто бы в своем уме пытался соединить железо и глину? Это совершенно разные материалы. Невозможно даже их смешать или перемешать, чтобы что-то из этого хорошее вышло. Глина хороша сама по себе, и железо хорошо само по себе. Но если пытаться смешать их, то ничего хорошего из этого не выйдет. Здесь мы имеем дело ведь с символами, так или нет? Золотая голова – это символ, серебро – это символ, медь – это тоже символ, железо – тоже символ, а камень тоже же ведь символ, так? И гора – символ, а глина горшечная – это не символ. Ну, конечно же, это должен быть символ. То есть глина что-то должна символизировать. Потому что Рим будет разделен, это будет уже не тот Рим, который был в железных ногах, это какая-то смесь. Хорошо, а что же такое глина тогда? Мы знаем, что железо представляет собой политическую власть Римской империи. И получается, что эта политическая власть остается, но добавляется еще глина. Что такое, что Библия говорит о глине горшечной? Давайте мы посмотрим некоторые библейские стихи, которые объясняют, что такое горшечная глина. Иеремия, 18 глава, с 1 по 6 стихи. Книга пророка Иеремии, 18 глава, с 1 по 6 стих. Слово, которое было к Иеремии от Господа, «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, что это за глина была? Горшечная, очевидно, так? Развалился в руке его. То есть он испортил этот горшок. Но, сказано, он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. В чем здесь символизм? Что это значит, что прежний сосуд развалился, но он сделал из этого куска глины новый сосуд? Здесь Иеремия описывает Вавилонский плен. В книге Даниила, вернее, книге Иеремия, 19 глава, объясняется, что вот этот символизм глины горшечной и этого горшка – это пленение израильского народа. Из-за отступничества Богу пришлось разрушить этот горшок, но затем 70 лет – Понадобилось Богу, чтобы восстанавливать. И поэтому вот это э, создание нового сосуда, это было создание Израиля после пленения. 18 глава из стих 5 дается объяснение тому, что видел Иеремия. «И было слово Господне ко мне, не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему?» Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Итак что представляется собой горшечная глина. Божий народ, Божью ветхозаветнюю церковь. То есть другими словами, это религиозная, религиозная организация. Давайте откроем еще книгу бытие 2.7. Мы не увидим сразу же связь, но через какое-то время вы увидите ее. Здесь говорится о создании человека. И создал Господь Бог человека. То есть Бог здесь как горшечник, видите. И создал Господь Бог человека из праха земного. Что такое из праха? Ну, прах это пыль, да, но из пыли вы ничего не сделаете. Но если добавить туда воды, то тогда можно что-то слепить. И так создал Господь Бог человека из праха земного, так? То есть это здесь говорится о теле. Это тело имело все части, да, ноги, руки, там, желудок, легкие, пальцы, нос, рот. То есть все, все органы были там, так? То есть это было совершенное тело. Но оно было безжизненное. Я не говорю, что оно было мертвое, оно было безжизненное. Чего не хватало? Дыхание Божьего или Духа Жизни. И поэтому здесь дальше сказано «И вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». То есть все органы начали работать, так? Сердце начало биться, легкие дышать, пищеварение запустилось, когда они начали кушать. Конечно же, пальцы начали двигаться, они начали ходить, так или нет? То есть тело было все сделано, и затем дух вошел в тело, и все органы начали работать скоординированно. Исайя 64 глава, стих 8. Здесь Библия говорит, что Бог, когда создал человека, Он создал его как горшечник. Можете себе записать. Исайя 45.9, кстати говоря, 45.9 используется та же терминология. Но мы читаем с вами 64.8. Но Ты, Господи, ты отец наш. Мы глина, а ты образователь наш, или горшечник наш в английском. И мы все дело руки твоей. Итак, из чего Бог сделал человека? Из глины. Из глины горшечной, так? И затем, что он сделал? Он вдохнул в лицо его дыхание жизни. И тогда человек стал душою живою. То есть все члены его тела начали функционировать. Здесь говорится о буквальном сотворении человека, но это буквальное сотворение имеет и символическое значение. Можете спросить, что вы имеете в виду? В книге Даниила, вторая глава, мы имеем дело не с буквальной глиной, а с символами. Тело Христа. Что такое тело Христа? Символически, если говорить, или духовно говорить. Тело Христа это церковь. Колосянам 1 глава стих 18. Колосянам 1.18. Здесь говорится об Иисусе, о том, что Он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Итак, что такое Тело Христа? Тело Христа это церковь. Кто создал церковь? Иисус сказал, и на всем камне я поставлю свою церковь. Итак, Иисус является творцом этого тела. Он создал церковь. До пятидесятницы в каком состоянии было это тело? Там в Библии сказано, что все они были единодушно вместе, но чего не хватало. Чего этому телу церкви не хватало? У нее, Ему не хватало дыхания жизни. И поэтому что произошло в, в день Пятидесятницы? Деяние, вторая глава, со второго стиха. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному из, э, на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. То есть, видите, что произошло? Церковь, как тело, получила Дух, и она начала действовать. В книге Бытие говорилось о создании человека, буквального человека. Но это символически указывает на создание церкви, которую Бог создал из глины горшечной и вдунул в него дыхание или в нее дыхание жизни. И тело начало функционировать. Все члены этого тела начали функционировать, конечно же. Видите, я не придумаю эту иллюстрацию. Апостол Павел дает эту иллюстрацию. 1 Коринфянам 12 глава, 12 и 13 стихи. 1 Коринфянам 12 глава 12-13 стихи. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Вопрос – Итак, что же представляет собой глина горшечная? В книге Иеремии э, Иеремия говорил, что это Израиль, Божий народ. А что тело символизирует в Новом Завете? Это тело Иисуса Христа. Это Его церковь. Итак, что такое глина горшечная? Это символ церкви. Понимаете? Есть еще одна иллюстрация, которая поможет вам увидеть, что глина горшечная – это церковь. Помните то видение, которое видел Иезекииль? Он видел долину, и там мертвые кости валялись. И затем Бог э, оживил эти кости. Он сначала тела эти создал из костей, а потом вдохнул дыхание в жизни. Что это значит, что вот эти все кости обросли плотью? Иезекииля 37 глава все это объясняет. 37 глава и стих 10 и 11. «И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили и стали на ноги свои. Весьма, весьма великое полчище. И сказал он мне, сын человеческий, кости сии весь дом Израилев. Вот они говорят, и сохли кости наши, и погибла надежда наша. Мы оторваны от корня. Посему из реки пророчества и скажи им, так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши и выведу вас. Итак, таким образом смешение железа и глины ⁇ это союз церкви и государства, или государства и церкви. То есть в конце будет не просто какая-то империя, это империя, которая объединит церковь и государство. Это важно запомнить, когда мы завтра будем изучать седьмую главу Даниила. В книге Откровения 17 глава... Объясняется то же самое только в других символах. Здесь говорится о конце времени также. Книга Откровения 17 глава 1 и 2 стихи мы читаем. Здесь другие символы, но значение одно и то же. Союз церкви и государства. И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш. И говоря со мной, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великой блудницею. Что женщина символизирует в пророчестве? Церковь. Если чистая жена, значит это чистая церковь. Помните, книга Откровения, 12 глава, там жена облеченная в солнце. А если здесь жена блудница, то что это за церковь? Церковь отступившая как она стала блудницею, как церковь может стать блудницей, как она может стать такой женщиной. Давайте продолжим читать. Итак, он говорит, подойди, я покажу тебе суд над великую блудницей, сидящую на водах многих. И дальше объясняется, как она стала блудницей. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. Итак, как она стала прелюбодейцею? Потому что она блудодействовала с кем? С царями земными. Здесь говорится о союзе между церковью и государством. Конечно же. Имеет ли церковь право на существование как церковь? Конечно. А государство имеет право на существование? Конечно. Но проблема начинается тогда, когда незаконный союз происходит. Церковь должна быть замужем только за Иисусом Христом. Иисус является женихом, а церковь невестой. А что происходит, когда церковь пытается заменить себе жениха? Вместо Иисуса Христа царей себе берет. Получается союз церкви и государства. Так произошло. И Римская империя пала от этого, потому что пыталась объединить политику и религию вместе. Конечно же, вы можете ожидать, что я что-то сегодня прочитаю и из трудов Эллен Уайт. Эта женщина понимала все это. Вы знаете, в интернете можно найти всевозможную информацию про Эллен Уайт. Люди какие-то появляются и они начинают придираться к каким-то деталям. В Библии тоже есть какие-то детали, которые могут казаться противоречивыми. В одном Евангелии сказано, что был один одержимый бесами, а друг... в другом Евангелии написано, что было два одержимых. Ну, если это, если это может поколебать вашу веру, то это очень печально, потому что Здесь важны не вот такие детали мелкие, а картина в целом. И когда я читаю труды Эллен Уайт, я вижу, насколько она четко понимала библейские пророчества. Не потому, что она что-то новое привносит, но она объясняет, расширяет или упрощает иногда то, что открыто в Библии. В четвертом томе библейского комментария, она говорит следующее, страница 1168. Мы пришли ко времени, когда Божье священное дело представлено стопами из тукана. То есть она говорит, мы уже живем в это время, в котором или в которых железо смешано с горшечной глиной. У Бога есть народ, избранный народ, чье, который должен иметь проницательность освященную который не должен строить на основании из дерева, сена и соломы. Мы должны понимать, что священный день, святая суббота является основной темой этого времени. Если государство не почитает субботу, это не значит, что они должны заставлять всех соблюдать субботу, но они должны защищать право на поклонение в субботу. Если правительство будет почитать субботу, оно будет процветать силой Божьей. Но когда государственные деятели будут навязывать ложную субботу, это дитя папства, заменяя им субботу, которую Господь благословил и отделил для человека, как знамени между в отношениях между им и народом. Он говорит, то смесь церкви и государства представлена железом и глиной. Этот союз ослабляет силу церкви. Наделение церкви государственной силой приведет к плохим результатам. Люди почти что... Дошли уже до конца Божьего долготерпения. Придет время, когда Бог накажет тех, кто устраняет Его закон. Очень удивительно, правда, она пишет, в свете того, что мы с вами изучаем из Библии. Конечно же, мы должны еще объяснить значение камня этого. Давайте мы вернемся. Книги Даниила, 2 глава, 34 и 35 стихи. Здесь сам сон, и затем мы прочитаем толкование. «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его и разбил их». Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший из тукана, сделался великую горою и наполнил всю землю. Что же это значит? Горою стал и наполнил всю землю. В объяснении этого стиха, в 44 стихе, мы находим объяснение – Даниила 2.44. Здесь говорится, и в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет что? Воздвигнет царство, которое во веки не разрушится или никогда не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять как долго? Вечно. Итак, гора ⁇ это вечное царство Христа, которое наполняет всю землю. Хорошо, а как это царство будет установлено? Вот ну, здесь мы как раз э, опять подходим к камню. Камень должен здесь что-то сделать, чтобы уничтожить земные царства. И чтобы сам этот камень сделался горою. Давайте 45 стих прочитаем. Здесь интересная деталь упоминается. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, Великий Бог дал знать царю, что будет после Сего и верен этот сон, и точно истолкование его. Итак, есть камень, и здесь сказано, что камень этот был отторгнут от горы не руками. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 21 глава. Это один из многих стихов, которые я мог бы прочитать в Новом Завете. Здесь заключение притчи, притчи о работниках виноградники. Мы будем говорить об этой притче позже с вами. Матфея 21, 42. Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших, а ком он говорит здесь? Что это за камень? Это он. Он является этим камнем. Итак, камень – это Иисус Христос. Обратите внимание, здесь сказано, что камень этот был отторгнут от горы без содействия рук. Что это значит «без содействия рук»? Давайте два стиха откроем. Евреям 9.11. Что значит «без содействия рук»? Здесь говорится о небесном святилище, и сравнивается оно с земным святилищем. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, что это за скиния? Это небесная скиния. Кто построил земное святилище? Моисеич и люди, то есть человеческими руками это было построено. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не руками сделанную, то есть не земную, да? Есть такая идея у хри среди христиан, что нам нужно захватить власть в этом мире. Нам нужно в Соединенных Штатах в Штатах вернуться к хорошим, добрым дням, чтобы наш народ был христианский. Но христианский... Христианская эта страна становится не благодаря президенту, а благодаря проповеди Евангелия. Нам не нужно законы принимать христианские. Государство никогда не может поменять сердца людей. Это только Дух Святой может через служение церкви поменять человеческие сердца. То есть, другими словами, Царство Христа будет установлено не людьми в истории. Это будет сделано чудом Божьим. То есть, не рукотворенное это Царство. Марк, 14 глава и стих 58. Марк... 14.58. Здесь Иисус говорит о своем теле. Кто создал тело Иисуса? Ну, то есть, кто родил его? Мария. Как и мы рождены от наших матерей. А как насчет тела Иисуса по воскресении? Это тело было дано чудом Божьим, Богом Отцом, Марка 14.58 мы читаем. Мы слышали, как он говорил, я разрушу храм сей рукотворенный. То есть это храм, который они построили, и Ирод его реставрировал. А Иисус говорит, я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой нерукотворенный. И здесь Иисус говорил о своем теле. То есть Божье Царство, будет установлена не людьми, а Богом чудесным образом. Этот чудесный камень Иисус Христос установит свое царство. Послушайте внимательно. Перед нами стоит выбор. Мы можем решить либо упасть на этот камень и обратиться, или же этот камень упадет на нас и раздавит нас. Здесь, видите, мы говорим о империях, о царствах в книге Даниила. Но как насчет наших сердец? Это тоже важно. Давайте мы вернемся к Евангелию от Матфея, 21 глава. Здесь говорится, «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется». Это 44 стих. «А на кого он упадет, того раздавит». И поэтому Господь сегодня обращается к нам, чтобы мы приняли Иисуса Христа как нашего Господа и Спасителя, чтобы мы упали на этот камень, чтобы разбилось наше эгоистичное сердце. И тогда, когда Иисус придет, мы войдем в Его Царство, и камень не уничтожит нас, а спасет нас.